Доброе время суток. Заточены два шефа с 20-сантиметровыми лезвиями каждый. Из вот этой стали немецкого, германского производства. Ножи довольно приятные, хорошо сидят в руке, сталь себя хорошо ведет в заточке, очень быстро набирает остроту. Как всегда, затачивал эльборами. Финиш Хиндостан. Этот нож заточен на 40 градусов, включая небольшое повышение угла на финише. Попробуем, как режет. Нож не тупой. Вот этот нож немножко другая ручка, но в принципе производитель тот же самый. Нож имел очень сильные повреждения на обухе, которые полностью убрать не удалось, потому что они довольно-таки глубокие. Видно, что по ножу стучали чем-то металлическим, пытаясь что-то перерубить. Ну, отношение было интересное. С этой стороны повреждений видно меньше, но они все равно просматриваются. С учетом такого интересного обращения, нож был заточен на 42 градуса. Финиш тем же Хиндостаном. Ну, в принципе, давайте порежем бумажку на этим ножом. Два градуса, но разница в резе чувствуется тактильно, очень заметно, даже на таком простом тесте, как эта бумажка. Ну, по крайней мере, видно, что нож не тупой. Всем удачи, хорошего дня, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии.